Сегодня я покажу вам один день из жизни наших собачек. Знакомьтесь, большой это Баста, маленькая это Белла. Мы просыпаемся в 6 часов, потому что мне нужно вести в школу нашего ребенка. Если я не встаю, то Белла мне всегда поможет проснуться. А Баста любит понежиться. Утренняя разминка. И, конечно, им обязательно нужно заниматься там, где лежит мой коврик для йоги. Другого же места в доме нет. И даже если я уйду на веранду, там мне тоже нет покоя. Да что это такое? Уйди! Время завтракать. А после завтрака всегда хорошо подкрепиться витаминами, свежей травой. А теперь пора на прогулку. Кто пойдет гулять? Мой хороший. Белла. Просто отойди, ты мешаешь. Ты ее задушил. Погуляли, теперь можно поиграть. Игра дело утомительное, теперь нужно отдохнуть. Отдохнули, теперь можно и поиграть. Восстанавливаем силы после игры. Но вот жалко, пылесос помешал. Басточка. Значит, будем дальше играть. Душу. Видел, как он ее попой. Ну, отдай мои помпушки, нельзя. Пора посмотреть телевизор вместе с мамой. А теперь нужно поразмять косточки после лежания на диване. Уф, уморились, пора и отдохнуть.
Ай! Ну, в общем, вы уже поняли, да? Поиграли и опять отдохнули. Небольшая минутка послушания. Кажется, в саду что-то происходит. Оказывается, в саду непрошенные посетители, обезьяны. Охотники за обезьянами. Где твоя подружка? Бела. Спускайся, малышка, пойдем. Осторожно. Вот, молодец, моя девочка. Бела, слезай. Немного отдышались после охоты на обезьян и проголодались. Что такое? Что? Все. Последние минуты перед ужином тянутся невыносимо долго. Это ожидание просто мучительно. Good boy, Паста, good boy. А вот и долгожданный ужин. No, Паста, no. Яблочко на десерт. Ну что ты, ну что ты не нападаешь? Ну что? Вечерний рацион для лучшего переваривания пищи. Вакуумный массаж – любимая спа-процедура Басты. Вечерние снеки от папы. Какие мы очаровашки, не правда ли? Спокойной ночи, малыши. Не забудьте подписаться на мой канал. А другие видео про моих собачек можете посмотреть здесь. Пока!